Элита Артсплюй Продакшн представляет. Привет, мои любимые. Не так давно я выкладывал видео интерактивное насчет снайпера и Ethereal Blade. Там вы путем комментирования определяли, подходит ли ему этот предмет или нет. Мне понравилась эта тематика, я читал ваши комментарии, очень интересные были комментарии. Кто-то писал, что подходит, кто-то говорил, что нет, там типа слишком близко должен стоять. Кто-то вообще писал, типа, я попробовал данную сборку и делал минус 15 человек в секунду. Это очень жесткий комментарий, кстати. Мы продолжаем данную тематику и очередное интерактивное видео. То есть вы будете в нем принимать участие путем комментирования. Вы решите, подходит ли дагер козе или нет. Два слова. Дагер, коза, коза. Даггер, коза, даггер, дагги, коза. В чем суть? А, насчет даггера мне написал зритель комментарий. Я, в принципе, даже не задумывался. В свое время делал уже гайд на козу. Там, мы, напомню вам, рампаку пилили. Мы играли через мом. Суть даггера вот в чем, да? Урон от нашего ультимейта зависит от пройденного расстояния. То есть, например, или когда мы здесь кидаем, здесь, видите, одно расстояние. Урон 149. Так, смотрите. Урон 168, вы видите. Урон был больше, потому что я кинул и отошел чуть-чуть дальше. То есть, урон учитывается уже в момент попадания, сколько пролетело копье. Ну, тут уже очевидно, для чего нужен даггер. Чтобы во время атаки отпрыгивать назад и наносить больше урона. Давайте мы это и попробуем, а вы уже решите, подходит или нет. Так, смотрим. Сколько мы наносим урон, просто атакуя? 146. Смотрите, видите, да? Теперь с даггером. Сейчас. Опа! 384. 146, 384 стало. Опа! 386. То есть, два раза больше мы наносим. В два раза больше. Теперь давайте попробуем с аганимом. Аганим увеличивает дальность нашей атаки. Пробуем простую атаку. 194. И с даггером. Так. Опа. 430. Ну, то есть, да, минимум в два раза больше. Ну, у даггера еще есть плюсы, что мы будем мобильны. Мы сможем убегать, кого-то догонять. Ну что ж, решайте. Пишите в комментариях, подходит ли ей даггер, как вам кажется. Стоит ли его покупать на этого героя? Я и мои зрители почитаем ваши комментарии и определимся. Поставь лайк. Напиши комментарий. Подпишись на канал.